Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Жекой и Игорем мы начинаем новую рубрику, которая называется «Троллинг с ютуберами». Да, ребята, всем привет, и смысл данной рубрики заключается в том, что мы будем перевоплощаться в различных ютуберов и будем прятаться друг от друга. Да, ребята, всем привет, и надеюсь, то, что вы поддержите нас лайками. Чем будет больше лайков, тем будет больше видосов втроем, если вы хотите видосы по этой рубрике, так что ставьте лайки, приятного вам просмотра. Ну что, ребята, сейчас случайным образом мы будем выбирать, кто будет прятаться, кто будет искать. Да, и мы также установили мод, что мы можем превращаться в различных ютуберов, и, собственно, таким образом мы будем прятаться друг от друга. Да, и прятаться мы будем в вот такой вот школе, где очень много различных ютуберов, которыми мы будем прятаться, Ну что, выбираем кнопку. Давай, давай, Игорь, ты первый. Давай, Игорь, давай. Рандом! Какой? Я прячу. Ну-ка. Браво, я тоже. А, блин, у меня красный. Я, Игорь, давай пятюню. Ну жми для приличия. Ой, думай. Ой, что мне выпадет? А, какие говняки. Собственно, ребят, давайте я вам сейчас даю секунд 15, там вы быстренько. Жека, я тебе там приготовлю меч наверху, если что. Вот там, там, там. Да, да. Окей. Какие 15 секунд? Давай ты будешь считать до скольки? Давай до 30. Не, хотя. Подожди, а мы можем сядеться? Мы можем сядеться на тиммикса? Ну да. Да делайте, что хотите, только давайте быстрее. Эй, ты слышишь? Давай, я закрыл глаза, я ничего не вижу. Все, давай, просто бегите. Предлагаю, короче, сразу идти сюда. Идем сюда. Подожди, идем сюда, за угол, вот сюда. Потом. Так. 10, 9, 8, 7, 6. Да подожди. 2, 1. Я иду искать, ребятушки. Так, где же вы? Как мне вообще понять, где вы, а где не вы? Это слишком сложно. Игорь, я тебя даже не видел, ты где? Да подожди, я где-то рядом с тобой был, но я не понял, кто ты. Ну ты говоришь, так, стойте на одном месте, вы как NPC ходите, там, я не знаю. Как NPC, да. Игорь, это ты был? Да. Я понял, короче, вот этот скин, всё. Чё, как мне вообще вас найти? Тут столько ютуберов, что меня дико лагает. Ну, время от времени мы будем палиться, чтобы тебе проще было. Так. Слишком сложно, я не понимаю, где вы. Вот ты. Ты меня смотришь, это явно не ты. Ааа, как сложно. Эйсон, ты это видишь? Нет, я как бы вообще, Жека мимо меня давно уже пробежал. Ничего! Мы видим, что ник передвигается, но это что НПС так не может прыгать, правильно? Ну да. Так, подождите, я, кажется, понял, где вы. Так, я сейчас вас найду. Ни хрена ты не понял, где мы, не врина. Игорюня, я как тебя там делишки? Рассказывай, а? Нормально. А, я себе стою, отдыхаю, пока нас ищут. В смысле? Подожди, мы можем во время этого менять скин на какой мы захотим, да? Да, мы сможем что хотим делать. Да, вы что хотите можете делать вообще. Только если я это замечу. А, не заметишь, не переживай. Ну блин, да где вы? И блин, ладно, я попытаюсь кого-нибудь убить. Нет, это не... А, я кажется понял, вот! Он случайно меня заметил, это нечестно. Ладно, теперь я тоже ищу, да? Да, теперь тоже бери меч, и, короче, будем вместе с тобой искать. А где Эдисон? Ты же знаешь, да, где он? А мне в гемоде надо находиться или как? Не, в гемоде 0. Я понял. Так, Эдисон, кстати, я знаю, кого скину Эдисон, но он сейчас его быстро поменяет, и мы найдем. Мне нельзя. Где он? Кем был? Кем он был? Кем я был? Ну да, спали меня, предатель. Ну спали меня, кем я был? Я не помню ютубера этого, но я знаю скина. Это сложно. Не, он поменял по-любому. Ах ты паскуда, как? Я Эдисон, да! Как ты меня убил? Я не знаю, просто... Тут вообще нету скайда с Майнкрафтом, ты тут только один скайда. А, ну вот, поэтому. А чего они заспавили их, паскуды? Так, ну подожди, Игоря первого спалили, поэтому Игорь сейчас будет искать. Да, поэтому ты Игорь-искатель. Подожди, Жека, мне интересно, а вообще тебя вот эти НПСы убивали, они сильно бьют или нет? Ну, они сильно бьют, но они меня не убили. Ага, то есть ты можешь просто бегать и всех подряд бить и всё? Нифига, я только одного убил. Так, давайте опять на старт пойдем. Да, давайте опять на старт пойдём. Ну что, в принципе... Сейчас. Теперь ты ищешь, Эдисон. Превратитесь в свои скины. Я могу превращаться тоже искатель, чтобы я типа вливался в свою терку. Не. Ну ладно, короче. Игорь, превратись в себя. Да. Жека, ты ему меч. Подожди, а Игорь у меня есть. Жека, у тебя меч на спине, если что, ты спалишься сразу.
А как мне? Я все вытащу. У тебя есть меч на спине у него? Все, Игорь. Нету меня. Игорь, Игорь. Ничего нету. У меня есть меч. Ты уверен? Повернись. Нету ничего у меня. И у тебя нет ничего. У меня так, есть. Так, ну все. Так. Ладно, давай, давай, что, Игорь. Давайте, давайте, короче, я отворачиваюсь, считаю до 15. Давайте. Давай, давай. Жека, 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 давай, давай сюда, давай сюда. Да, он залагал, подожди. Жека, Жека, давай сюда, давай сюда, давай сюда, Жека. 6, 5, 4, 3, 2, 2 с половинкой, 2 с ниточкой, 2 сопельками. Я иду искать паски. Дебил. Да дебил, хватит запалить. Так, значит, что это такое? Вот это странно. Эти сомнения, а где ты? А это ты, да? Где я? Где? Ну... Я не знаю. Так, вы что-то подождите, вы очень странно сюда ведете. Тут какие-то НПСы тоже очень Жека, странно. Жека, Жека, развернись, развернись. А, все, не... Вот, 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 вот. Или... Так, тихо, я не пали меня, Эдисон! Ты кто? Признаешься, предатель! Где он? Поставьте себе там спайнпоинты, чтобы если вас убили, то... Я попробую вытолкать НПСы. О! Так, не понял. Не понял. О, координаты, хорошо. Координаты, дебил! Чего? По координатам нельзя, Игорь, ну так нельзя по координатам. Не, пожалуйста, не смотри по координатам, так нечестно. Дебил, дебил. Так, значит... Так, кто вот здесь такие? Я вижу, кто-то в углу стоит, спрятался. Так, я его трогать не буду, мне кажется... Нет, ну, я кажется, это не он. Я кажется, это не он, да? Не, в смысле не настоящий? Ты меня спалил, дебил! А что вы так резко обернулись на меня? Это тоже не вы так не смогли бы синхронно. Ты кто? Это тоже не ты. Ты куда побежал? Ты куда побежал? Жека, стой на месте. Так, стой, куда вы бежите там? Я не понял. А, блин! А, я не того ударил, он как-то себя странно бил. Все, он отстал от меня, да? Так, подождите, я хоть близко был или нет? Не знаю. Так. Даже не знаю. Почему здесь так много? А, я вообще не понял. Игорь, это только дум просто. Подожди, тихо, я думаю. Игорь, так прикольно, прям так ты меня смотрел, такой, нет, это не он. Никогда не догадаешься, не переживай. Вы что, меня троллируете, че шо? Я побежал, 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 побежал! Я боюсь. Жека, ты ни в кого не превращался, не? Я? Ну слышь, меня скин или нет? Вот тебе скажи. Так, мне какая разница, как? Я хотя бы в том месте расположения нахожусь. Я даже не вижу тебя, я не знаю, Игорь. Игорь, давай, да, давай ищи. Я вообще не знаю, где Игорь. Я тоже не знаю. Я его даже не вижу. Что у меня троллите? Вы ж видели, я вы говорили, что я на вас смотрел. Так, ну, да, кто же из вас предатель? Вот этот вот. А ну отойдите сейчас, отойдите. Я там мечом тыкаю. Падла, это не тот, а ну сдохни, говно. Так, ладно, минус один, неправильно. Еще б не лагало, было бы вообще хорошо. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кто вы? Где вы? Что это за дебил? Вы видите его? Это я сумасшедший. Нет, это так много. Это Жека, мне кажется. Да говно! Да что ты? Эдисон, ты видел это? Нет, я не видел, нет. Что происходит? Ребята! Что происходит? Я тебя чувствую. Я
не могу просто. Это жопа какая. Это не смешно. Это не смешно. Мне убили мобы. Игорь, ты возле меня прям мечом. Я понимаю, что возле тебя прям мечом, только я не понял, кто ты. Ты вообще понимаешь, Жека, ты понимаешь, он подходит ко мне, смотрит на меня, я веду себя как НПС, развернулся на него, смотрю ему в лицо. Он меня уже, он меня раз в 10 спалил уже. Как попасть обратно в школу? Алло, я заблудился. Так, стой, значит, новый меч. Вы свой тот мой меч не трогайте. Да, да, тот твой мой, да. Я не могу просто. Так, а ну тихо. Куда я сейчас попаду? Правильно, правильно, выше, 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 вот, 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 правильный этаж. Ниже, 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 ниже. Ты правильно был. Ой-ой, ой-ой, я не сопрятал, я вообще пропустил. В смысле? Я случайно тут себе ударил за лапищу. Так, я понял, так, там знаком бежит, там постоянно, сейчас вижу, вижу, вижу. Нет! Помоги мне! Вижу, ты пиздец! Эдисон, спаси меня! Падла! Да странно, пацан, зачем я его ударил? Так, Жека, теперь ты должен помочь мне найти кнопку. Только давайте мы не будем бить как бы всех подряд, чтобы только проверить, кто ты. Не, ну как бы я типа думал, что это вы, а я типа это были не вы. Ну как бы так получилось. Сейчас мы найдем, не переживай. Так, это не он. Ага, да, ну я говорю, вы всех бьете тупо подряд и все. Не, почему всех подряд? Ага, то есть ты видел, как кого-то бьет? Вот он! Не, я просто блин, говорю то, что... Блин, как это нечестно! Блин! Нет! Помоги мне! Я понял, он где-то здесь. Подожди, я такой подхожу, короче. Как-то вот вы странно себя ведете. Подвиньте. Это не... Слушай, я какой-то лайфхак, короче, открыл. Мне кажется, не двигаются игроки, да? Да. В смысле? Чего не двигаются? Так, так, там нечестно, пацаны, так что давайте еще там в другое придумаем. Сейчас тебя найдем, подожди. В смысле двигаются, я чуть не понял. Как? Типа мы тебя не сможем столкнуть с тобой. А, так, так, так нечестно как бы. Так нечестно. Все честно. Так, ну так мы можем кого-то сдвинуть, а ты мы пока отвернемся, ты... Это подозрительно куда-то убегает. Слушай, а ты где вообще? Ты хоть где? Я... Сейчас даже я в себя превращусь, чтобы было понятно. Так капец, ты еще и тебя искать приходится, да? Да не, я нормально с мечом бегаю как бы. Может, это он. Так, он где ты? Я тебя не вижу. Я какое место расположения? А вот, тебе скажи. Так мы их заодно придумали. Да я знаю. У меня поесть. Так, подожди, это он! Это он! Нет. Подожди, не могу понять. Нет, это не он. Это не он, он как-то странно двигается. Смотри, он дальше пилит, слушай. Видишь, мне он кажется странно. Нет, подожди, это точно не он. Стой, я буду за ним следить, а это не он. Ты понимаешь, какой я сейчас лайфхак придумал? Ты в курсе, что этих НПС открывать можно? А, нет, ну не-не-не, так уже точно нет. Так точно не надо, да, я тут. Не, ну я понял, но я сейчас просто немного приофигел. Ну ладно, продолжаем, я так делать не буду, потому что... Но это не точно. Но это не точно. Не, вот так точно нельзя. Да не буду, не буду, Эдисон. Где Эдисон? Куда он спрятался? Вот я, блин, случайно ударил этого сраного НПЦ и все поломал. Я смотрю, кстати, я не заметил, что ты ударил. Там за кто никто не... Знаешь, как я тебя заметил? Как? Ты побежал сам. Припрыжку вот так вот. Я заподнялся. Блин, где Эдисон? Куда он? А может, это вот этого? Эдисон, ты можешь какие-то знаки подавать? Я не знаю, подсказки какие-нибудь. Так, подожди, мне кажется, где-то здесь. Я не знаю, я не знаю. Давайте убивать всех хэппи-лаймов. Не надо. Что происходит? Алло! Где он? Где он? Ты? Это ты, Эдисон, да? Да. Наверное. Вот это он, по-любому. Слушай, подожди, я тут одного пытаюсь нуба затроллить, смотри. Видишь, мне кажется, этот НПС себя очень странно ведет. Даже я это вижу, дебила кусок бегает вокруг НПС. Значит, он видит, как я бегаю вокруг НПС, вот где-то здесь.
Чё я сейчас сделал? Я ничего не делал. Не-не-не, так не считай. Не-не-не-не-не, пацаны, так уже как бы нечестно, понимаете? Я случайно, я хотел ТП-шнуться к Игорю, ТП-шнуться к тебе. Я ничего не заметил, даже не понял. А где он? Куда ты ТП-шнулся? Я специально кильнулся. Ты куда ТП-шнулся? Я случайно к нему ТП-шнулся, и, короче, это... Я кильнулся, не переживай. Так, ну мы тебя найдём. Да-да-да. Ну, конечно, сейчас найдёшь. Давай, ещё раз ТП-кнись на меня и найдёшь, давай. Да я говорю, случайно ТП-шнулся, хватит. Так, мне кажется, он в спортзале. В спортзале что-то стало как-то подозрительно, нахрена ютуберов. Так, куда? Мне кажется, он в спортзале. Мне кажется, он в столовой. Да он бежит, куда он прячется? Он куда прячется? Капец, тут под этим, под трибунами на спортзале нахрена людей. Подожди, он... Эдисон, ты смеешься с кого? С Эдисона? С Жеки или с Эдисона? Жеки. А, значит, спортзал надо. Да, твою... Так, подожди, главное не дай ему выйти, закрой двери! Так, все, я тут всех на выходе буду принимать, ломаю лицо в том. Короче, я закрыл двери, спортзал, все. Так, я вижу, кто-то вышел уже из спортзала, слышишь? Вот он. А ну лови его. Может он податься, я не могу понять как. Нет, это не он, Джека! Он нас обманул! Нет. Ой. Я хотя бы близко от этой, нет? Да. Нет, с тобой серьезно. Да, куда, очень. Куда МПЦ побежал, алло? А нет, ты на МПЦ сюда. Может ты? Я ничего не понимаю. Найдите меня уже, пожалуйста, я не могу смеяться больше. Падла, тут на меня... Он убегает от меня тут. Я случайно кого-то еще зацепил, помоги мне. Меня тут это убивают. Помоги, меня хотят МПС наказать. Игорь, я тут на помощь, убиваем Эдисона в ПТС. Ух. Так, я ничего понять не могу. Да, это я. МПС я не кушаю. Дверь открылась, алло. Вау. Дверь открылась. Он свалил отсюда. Откуда? Стой, мне кажется, он просто дверь открыл и типа такой, здрасте. Мне кажется, он даже не в спортзале. Что-то просто такое причувствует. Мне кажется, наоборот, если он был в спортзале, то дверь открылась, он типа хотел убежать, но он не убежал. Не, по-моему, я открыл дверь в спортзале. Ты что делаешь? Ты палишь всю систему. Его надо поймать. Стой, подожди, я знаю, Эдисон, ты кушать хочешь? Эдисон, да. Эдисон. Я, конечно, могу сейчас раскидать тут бифштексом, конечно. О, короче... НПЦ прыгает. Такого не должно, Должно, некоторые прыгают. Может, вот этот? Да, блин, ну дай подсказку, но это не смешно. Ладно, давай хотя бы в какой части этой школы находишься, потому что реально вообще невозможно. Ну где-то вот там далеко, посередине, в начале, в конце, что-то такое, типа. Да не, ну серьезно, Эдисон, дай подсказку, это долго. Ну, Эдисон, пожалуйста. Я подумаю. А мы тебе много лайков поставим, давай подсказку. Ну давай, говно, подсказку. Или мы тут всех сейчас перевалим. Все, короче, Игорь, тут нужно действовать радикально. Я просто не знаю, какую вообще подсказку дать, но это просто жопа, честно. Вы такие слепые, что это просто... Вы не заметили то, что сейчас какой-то НПС три раза пробежал сюда-обратно по всей школе, не? Ничего не было такого? Ну, значит, вы слепые. Да не было такого. Да как не было, если бы? В смысле, стоп, давай подсказку, где ты находишься? Да. Ну просто подсказку. Пацаны, я больше так не могу, честно, я не могу, ты можешь. Ты в спортзале, да? Я прям чувствую, ты в спортзале. Да блин, это не он, ну что это такое? Стоп, кто сейчас умер? Да я убил. Да это невозможно, они тут все ходят туда-сюда. Подожди, какой-то НПС такой подошел на меня, посмотрел, отвернулся, я чуть не понял. Да блин. Что происходит? Да твою-то мать. Вот он. Подошел на меня, посмотрел такой, знаешь, а какую вам еще подсказку дать? Какую вам еще подсказку дать, чтобы меня забили? Короче, знаешь что, он начал такой перебежал вот так вот чисто. Думаю, что-то заподозрено. Сразу все понял, сразу. Сразу, спустя 15 минут, сразу все понял. Говно, надо убить его еще раз. Все, иди в задницу. Мне понравилось, прикольно было, я нравится.
такое. Я, короче, мастер пряток, я все понял сразу. Так капец, почему меня сразу убили? Потому что Жека случайно мечом начал по НПСу махать, а я рядом. Не, почему? Да. Ты просто как-то странно двигался. Я вообще стоял на месте! Ты просто... А я, знаете, как я изначально не палился? Вы типа всех толкаете, да, Жека подошел, меня толкнул, я такой назад отошел, Жека опять толкнул, я назад отошел, Жека не понял ничего. Че за хрень? Ах ты, говню. Давайте, ребята, заканчиваем видос, давайте. Да, ребята, если вам понравилась эта новая рубрика, ставьте дофигища пальцев вверх вот прямо сейчас на вот этот видос. Чем больше лайков наберем, тем больше новых серий мы будем записывать вот таким составом. Да, и, ребят, не забывайте также комментировать видео. Нам важно увидеть вас. Разлим, всё. Ой, да, ребята, всем пока. Всем пока, у меня тут проблемы сейчас. До свидания. Подвержайся. Ну, короче, с прятками не...